Родным и близким военнослужащих и спасателей, погибших во время ЧС в Байзакском районе, были вручены государственные награды. В мероприятии приняли участие аким Жамбылской области Бердыбек Сапарбаев, министр обороны Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Участники почтили минутой молчания память погибших военнослужащих и спасателей. Как вы знаете, президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования семьям погибших. 29 августа был объявлен днем национального траура. Президент подписал указ о присвоении звания халк кахарманы заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Мейржану Айманову за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Каждый герой достоин награды. Посмертно орденом Айбын третьей степени отмечены и четверо других военнослужащих, погибших от взрывов в Байзаке. Начальник подразделения военной команды противопожарной защиты войсковой части Еркин Недербеков. Механик-водитель Марат Мишинбай. Стрелок команды ведомственной охраны Оразбек Далибаев. И пожарный спасатель Руслан Жамбулатов. Марқұм Жамбулатов Руслан Жүрсінбайұлы. Қорғаныс министрлігі 28-349 әскери бөлімі өртке қарсы қорғаныс және құтқару жұмыстары әскери командасының маманы 3-ші дәрежелі Айбын орденімен наградталсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Далее министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и аким области посетили специализированную пожарную часть номер 2 города Тараза, службы пожаротушения ТЧС Жамбылской области. Таким образом, ордена Айбын третьей степени были вручены отцу Елдоса Сандыбаева, отцу Танербергена Туребекова, брату Арнура Тимирболатова, сыну Александра Микропула. Был вручен орден Айбын первой степени. Я постараюсь быть достойным человеком, как мой отец. Скажи, пожалуйста, каким был твой отец? Он ничего не боялся, всегда лез первый. Он всех учил постоянно, он хотел всех научить просто. Вот. Сколько лет он работал пожарным? 25 лет, насколько я знаю. Ты думаешь продолжить его дело или... Думаю, да. Хочешь стать таким же отважным, как твой папа? Да. А ты помнишь тот день, когда он ушел на работу? Ну, с утра, как обычно, ушел на работу, вечером взрыв этот, ничего не было неизвестно даже, на утро стало известно только. И все, там дальше затуманено все было, не помню. Все погибшие были главными кормильцами в своих семьях. Некоторые из них многодетные. По словам акима области, без поддержки никто не останется. Каждой семье окажут всю необходимую материальную помощь, как за счет государства, так и спонсоров. Данасамат Нурхат Алшымбай, Ернар Сатыбалды, 77 Ньюс.